сказкового мушкетера. Кто сейчас стал твоим бранкем? С другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. Здравия желаю! Здравия желаю! Вольно! Вижу, жизнь бьет ключом! Так точно! Товарищ Москвин проводит смотр! Опа! Сам генсек! Товарищ Корбут тоже здесь? Так точно! Товарищ генерал тоже прибыл! Ну, повезло! Как все закрутилось! Слушай, Артем, ты парень умный, должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь неспроста, ты много знаешь. Да, но не мандилось выпрацовать с комухами, то, что Артем. И я тебе помогу. Но ведь с тобой кто? Мушкетеры. Один за всех и все за одного. А вот у товарища из ордена девиз другой. Это целая гадка. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жить. Это последняя война будет, Артем. И мы к ней готовимся. О мушкетерах. А это целая армия, курда, комухов. Дуже их. О не, Корбут идзе. Хіба Лешневски? Так, есть Лешневски тоже обок. Здравия желаю, товарищ генерал. Товарищ Морозов? Рад. Я думал, вы правы. Смерти храбры. Был в плену, Вячеслав Андреевич. Вот, рейнджер спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже дни. Рейнджер, его знаете? Так точно. Это Артем. Доверенное лицо Мельника. Они вместе нашли D6. И потом он отличился. Во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артем. Думаю, нам есть что предложить друг другу. Доставьте товарища в переговорную. Ну и снова у нас нокаутуем, курда. За что? Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен любезности. Ну, может, шишка притише, мне еще видає, же есть. Трешка загочна. Известные вам мутанты-телепаты черные представляют огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу в вашем же ордене, но на меня. Будем как мушкетеры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Числа, разговор к тебе. Москвин. А это у нас что? Очередной враг революции. Отлично. Как вы верно отмечали, Лёне давно пора учиться работе с людьми. Вообще-то мы собирались... Отставить все эти ваши сыворотки правды, хитрые машинки, пустая трата... И что же помнитам, тот Леня был потом в книжке 34. Ну, гнида, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь про D6. Уже пентам вообще. На! Молчишь? Получай, говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Леня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет! Сучоныш! Власти без крови не бывает! Бывает! Твой брат правил без крови, и его до сих пор стоять! Любят! Стоять! Стоять, я сказал! Вы... делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей! Потом ко мне. Есть разговор. Вернись! Вернись! Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежно испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все скажете. Ну и нас чуть-чуть отруб, курда.
No i Czarny nas uratował. No i film się urwał. Отправляйся на Венецию с группой. Расплатишься там с местными. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я? Так точно. А с Черным что делать? Да, Черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал. Не подведу. No, czy Paweł idzie pod cienia do Wenecji, czyli do bandytów? Pośle, idźcie w zadnicę. I papasze, i Korbut, i Morozów, i rewolucja, i moje большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы там, если выберетесь, ну, живите. Вот, давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Я по этим трубам от отца все детство прятался. Окей. Ну? Dzięki, Lenia. Nas wypuściłeś. Uciekamy teraz w tej kapie. Się radioaktywne grzybki. Наконец-то. Садись, Чеслав. Говорить будем. Про переговоры в полисе? А. Значит, уже в курсе. Я все-таки глава разведки. Глава, а информацию упустил. Проклятые беженцы. И полис, и Ганза, и даже нацисты чертовы уже все знают. Мы переловим, а война все равно неизбежна. Неизбежна? Знаешь, я и политбюро сомневаюсь. Сомнения... Признак страха. Да как ты смеешь? Ты председатель госбезопасности и подчиняешься мне! Да, да. Но когда мы в шаге от окончательной победы революции, вы не имеете права нарушать план. Я не имею права! Я... Вы ведь всегда прислушивались к моим советам. Как, например, быть с вашим братом и после его... безвременной кончины, генсек, вы. Теперь я снова даю совет. Изо Корбут забил брата Квина. Ты не посмеешь. Знаете, товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но, Чеслав, да стоит вообще это чертово метро, всей кровище, которую мы прольем. У меня есть способ сделать все бескровно. Ну, хорошо. Хорошо. Действуй. И как без крови, то jakieś... Broń biologiczna lub coś. Mamy rozbłysk, co było najważniejsze. Лобовой удар не имеет шансов. А. Вот если с поверхности, через церковь, потом катакомбы, зайти в спину. Тогда, возможно, с основного направления не встретят сопротивление. Потом зачистка. Смирно, товарищ генерал! Бойцы, на вас возложена ответственная задача. Вы знаете ровно столько, сколько должны знать. Вы должны помнить две вещи. Первое. От вашего успеха зависит победа. Второе. Операция засекречена. В плен вы сдаваться права не имеете. Вопросы есть? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Только в крайнем случае, только на кодированной частоте. В случае контратаки противника, объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Товарищ генерал, вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. После победы и получения сигнала... Поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал. Ну, удачи, орлы. Служу красной линии. Окей. Недостаточно заточенного розблеску.
Ale mamy kolejny etap. Вот теперь я нахожусь Червона линия. В настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь. Dobra. Hełm. A cały nasz sprzęt tutaj był. Jak miło. Dobra. Jeszcze mamy coś innego. Dwurur... Czy to jest dwururka? Tak, jest dwururka z tłumikiem, no to weźmiemy. Jeszcze tu mamy filtry. Dobra, super. Dobrze, że wziąłem. Okej. Okay. Смотри, как настоящий мужик. Там их аж трех, нестеты. Ну, мужик, чё руки-то дрожат? Руки, ладно. Главное, чтоб всё другое не дрожало. Так, собрались. Красный провод. Красный провод. Давай. Да не торопи. Ну-ка, ну-ка. Окей. Это было просто. Оглушені, всі можемо йти далі в дол. Второй пост, ответьте, второй пост. Ну сколько можно, то им обход, то им на месте. До вітання. Ответьте, второй пост. Второй пост. Коля, где ты там шляешься? Ну татачка. No nie było rozbójstwa, to niestety. Drugi port, odpowiedzcie! No okej, okay, dobra. To co to za bałagan? Kto obiekt patrolować będzie? Ja? Idziemy tutaj i... Idziemy tędy szybciutko. Ja przekazywał zrzeć, bez rozmowy. Zrzeć? Товарищ командир, мы же не фашисты какие, людей живьем жечь. Пулю в затылок, это еще куда не шло. Мы тут великий какие почонг. Люди, какие пули? Что ты мелешь? Ну, вы же про беженцев? Какие еще беженцы? Ими пусть особисты занимаются. Я тебе про обычные с хвостами. Окей. Яху. Есть. Добра. Teraz myślę, że możemy tego nokautować. Dobra. Ja różę nowe получил. Nie towarzysz komandier. Praporщик сказал, что без вашего личного присутствия ничего не подпишет и не выдаст. I mamy kolejną aż trójkę. Ja teraz wyjdę od tego. Okej, ty też jesteś już. No tu nie jest za dobre miejsce. Mam aż dwóch. Значит так, мне тут приказали подключить людей к работам. Вот так-так. А что случилось, Андрей? Ну, можем выйти тутай. Рук не хватает. И... Przejdziemy teraz... Dzięki temu... Bardziej... Niezauważenie. Чего это они там? Да чего, чего? Как обычно, небось.
телегу бы сейчас задвинули от начальника за технику безопасности. А то мы там не расписывались за ту технику. Ну расписывались, а толку? На той неделе придавило же одного крана. Не, ему глаз страхой шивануло. Ну добра, тут прошлишьме. А это на той неделе. О. Да, понятно, что они тут за безопасность. Кумик, там еще варто пришли, да? Ну а я что? Если все побьются, кому пахать? Да. Починили бы матюгальник этот, что ли? А то что-то боязно. Окей, okay, можем идти туда. В госпитале был. Только там жив и остался. А что было-то? Ты что, про заставу на мосту не знаешь? Да знаю, конечно. Сам там служил, хоть и недолго. Так, эй. Что в году такое было? Мужики рассказывали. Что? До пяху. Решите там спать, не? Точно посты расставили. Надо сержанта спросить. Окей. Ну-ка, ну-ка. Musiałeś mi niestety jednego zabić. No ale dobra. I teraz ty, kolego. Do piachu. Do spania. I czy coś tutaj mamy? Tatkę. I teraz chyba tędy też możemy przejść. No nie. Ale możemy chyba tu się jakby... Chyba na schowanie się. O, tym się. No ale dobra. Mamy tutaj save. Na ryzyko, na ryzyko. No. Nie pykło. Robimy wczytanie z niego punktu kontrolnego. Niech będzie. No okej. Okay. Masz trzech. Ej, осторожно там внизу! Голову берегите! Prawdę sporą gromadę tu mamy ich. Okej, mam rozbłysk. Znasz to zapadanie, jak powierki bywają. Nuka, nuka. Okej. Teraz ty.
некой. Dobra, tu wykręcimy żaróweczkę. Naprawdę myk tu dużo. Zgaszone światełko. Вот так стоишь. А со спины. Не окей. Мамы тут этих двух. Kolejny ten i teraz chyba tędy trzeba przejść. To coś tutaj jeszcze może być, o, mamy save, dobra. Mamy broń na T. No i do ścieków szybciutko. Dzięki temu możemy po prostu przejść tędy na spokojnie teraz. Okej, zgaszone. Właśnie go słyszałem, nucącego. Tu jest chyba mamy problem. Się przedostać. Отлично! Показатели расхода. Порядок. Температура в теплообменнике. В норме. Ну и хорошо. Записал. Последний остался. Потом... Добра. Но мы ж мы стан пришли. Jest to dosyć skomplikowane. Nie pojął. Bo jeśli oni nas zobaczą, to oni odpalają gaz. Czujący. Problem jest ten kolega tutaj. Каска это, конечно, хорошо. Мать твою! Убитый! Ну, вот и вот! Все, потери! Внимание! Братья, ну и нас... Мусяли зобачить. Все,
Но Артем... Bardzo współpracujesz ze mną. No dobra. No i niestety musimy się strzelać z nimi, nie? Do widzenia. Miało być cicho, ale nie wyszło. Zatem dało się tak przejść. No dobra. No tutaj gdzie mam iść teraz? To nie pamiętam gdzie mam iść. A tutaj tylko jakoś się to wyłącza. Artem nie. Tu, dobra. Dobrze, no zabiliśmy chyba 5. Drodze. Będzie to dosyć długi odcinek. Albo wiecie co? Ja w tym miejscu dziękuję za uwagę. Rozwidzimy się w następnym odcinku. Na razie.